Привет, с вами Гео, и сегодня мы поговорим про ядерный пепел. Точнее, про то, как в наш мир пришло атомное оружие. Каждый из вас 100% знает про взрывы в Хиросиме и Нагасаки, но намного меньше знает про то, какая работа стояла за этими взрывами. Она была неразрывно связана с именем физика Роберта Оппенгеймера и его лабораторией в Лос-Аламосе. Американская разработка ядерного оружия носила название «Манхэттенский проект», и сейчас он превратился в один большой миф. Огромные реакторы и установки для очистки плутония в штате Вашингтон, километровая фабрика по обогащению урана в Теннесси, несколько сотен тысяч сотрудников, которые это строили и обслуживали, и при этом умудрялись хранить все в тайне. Все это исчезло из виду. В памяти остался только упрощенный, но героический образ. Секретная лаборатория на плато в пустыне Нью-Мексико. Ее харизматичный директор и попытки советских шпионов украсть военные секреты. Ну и еще огромная дискуссия в обществе о необходимости и рисках боевого применения ядерного оружия. В 2008 году ученые провели моделирование ядерной войны между Индией и Пакистаном. Что будет, если они скинут друг на друга 100 бомб, равных по мощности взрывом в Хиросиме. Если что, это не так уж и много, ну, по крайней мере, в арсеналах США и России есть куда более разрушительные заряды. Выяснилось следующее. Из-за того, что это оружие неизбежно будет направлено на города, полные горючих материалов, то огненные смерчи выбросят в верхние слои атмосферы огромное количество дыма, который распространится по всему миру и охладит землю настолько, что она станет малопригодна для сельского хозяйства. 20 миллионов человек погибнут сразу же от ударной волны огня и радиации. А еще миллиард в течение следующих месяцев от массового голода. Напомню, что это результат локальной ядерной войны, даже не на полную мощность. Нас предупреждают, что появление новых ядерных держав опасно, а прочный мир охраняют старые ядерные страны. Но при этом само ядерное оружие превратилось во что-то типа фетиша, культа, силы и необходимого атрибута великой страны. Типа оно само по себе определяет положение государства в международной политике. Поэтому большинство промышленно развитых стран рассматривали возможность приобретения ядерного оружия, и ни одна из них так и не осмелилась его применить. Ведь если бомбы на самом деле использовать, это обрушит всю систему. Ну а пока оно не разрушилось, давайте отправимся на 80 лет назад, посмотрим на судьбу Оппенгеймера, узнаем, как родилось самое смертельное оружие на Земле и выясним, как Советский Союз пытался украсть его секреты. Восемьдесят лет назад, когда передовые ученые пытались познать все возможности атома, мир был совсем другим. Я имею в виду повседневный образ жизни. Вроде как тоже есть машины, есть телефоны, но это скорее роскошь, а не часть обычного быта. Подумайте, как позвать на ужин друзей, если у них нет этого чуда техники? Знаете как? Написать письмо или телеграмму, и я не шучу. И живой почтальон в этот же день постучится к вашему другу в дверь и передаст записку, мол, жду тебя ровно в 8. Это потому, что пока никто не связан друг с другом невидимыми цифровыми сетями. Но на самом деле мы и сами успели застать этот аналоговый мир. Интернет вошел в привычный быт невероятно быстро. Еще недавно в половине магазинов даже не было терминалов для оплаты картой. А сегодня вокруг полный киберпанк. С интернетом связаны машины, каршеринг, телевизор, пылесосы, заводы и миллионы смартфонов. Мир стремительно превращается в интернет всего. Меняется город и жизнь, но у этих изменений есть одна неочевидная проблема.
В геометрической прогрессии растет нагрузка на базовые станции. Вы сами наверняка сталкивались с тем, как интернет начинает тормозить в людных местах. Но это не приговор. У этой проблемы есть решение. Специально для тех, кто любит, чтобы интернет летал, Мегафон разработал новую опцию при 5G. Она позволяет ускорить интернет до 50% даже при перегрузках сети. А протестировать эту опцию вы можете совершенно бесплатно в течение месяца на любом тарифе без переплат. Вообще технология 5G – это будущее, которое нас ждет. Но не стоит путать опцию pre-5G от Мегафона с самой 5G. Она будет работать уже сейчас, на любом смартфоне, который поддерживает LTE. Как это работает? Все благодаря уникальному софту от Мегафона, который эффективно анализирует и перераспределяет нагрузку внутри сети. Так что если вы раньше ничего не могли поделать с медленным интернетом, то в пробке или людном месте теперь у вас есть pre-5G. Переходи на Мегафон и пробуй самый быстрый мобильный интернет с pre-5G в течение месяца бесплатно на любом тарифе без переплат. Итак, первое, что я хочу сказать, мой ролик будет отличаться от других подобных тем. Здесь практически не будет физики. Я постараюсь как можно меньше рассказывать про деление урана, цепную реакцию и прочие штуки. И буду больше рассказывать про конкретных людей и общество. Я попробую разобраться, зачем мы накопили в общей сложности 70 тысяч единиц ядерного оружия, когда всего нескольких штук было бы достаточно для взаимного уничтожения. Почему холодная война возникла как военное противостояние, если существование ядерных бомб сделало любое прямое военное столкновение между сверхдержавами самоубийством? Знаменитый физик Нильс Бор говорил, что хотя ядерное оружие является собственностью конкретных государств, но тотальная разрушительность делает его общей опасностью для всех. Оно словно эпидемия. Выходит за границы, не обращает внимания на разницу взглядов и идеологий. Но чтобы лишний раз не пугать вас прямо с порога, добавлю, что какими бы тревожными ни были текущие события, трудно поверить, что такой умный и гибкий биологический вид, как наш, добровольно уничтожит сам себя. Несмотря на то, что он сам создал все средства для этого. А заглавить рассказ я хочу цитатой Оппенгеймера. «Выдающиеся научные открытия делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными». Уже здесь заложена глубокая мысль. Во время подготовки этого ролика я не раз сталкивался с мнением, что ученые, если они понимали всю разрушительность своего открытия, могли бы просто не создавать бомбу. Причем иногда что-то подобное говорили даже сами ученые, типа «какого жуткого монстра они привели в мир, и как они в этом виноваты? Ужас просто». Но Оппенгеймер считал иначе. Если что-то может быть изобретено, оно будет изобретено. Поэтому в каком-то смысле мы в любом случае были обречены познакомиться с ядерной энергией. Могло не быть взрыва в Хиросиме, могло не быть секретных лабораторий в Америке, Германии и Советском Союзе. Но сама бомба так или иначе появилась бы. Это доказывается хотя бы тем, что СССР создал свою бомбу всего через 4 года после американцев. Хотя, понятное дело, никто с ними секретами не делился. Есть популярная версия, что советам помогли шпионы американской лаборатории. Но там не все так просто. Это мы обязательно обсудим. В общем, когда первые бомбы упали на удивленный доядерный мир, то поставили перед ним новые вопросы. А уж когда такое оружие появилось у Франции, Китая, Израиля и многих других стран, то наша цивилизация окончательно изменилась. Теперь нельзя было так просто устраивать войны, как раньше, в надежде, что выигрыш от них будет больше потерь. Ведь проигрывают все. Но бомбы выявили не только новые политические проблемы, но и философские научные вопросы. Типа, а в чем, собственно говоря, цель науки? До этого все было просто. Наука должна искать истину, некое абсолютное знание. Но с появлением ядерного оружия возникли сомнения. А зачем нам абсолютное знание, если оно может уничтожить мир? Тогда Нильс Бор предложил другую концепцию. Наука должна искоренять предрассудки. Звучит не так пафосно, зато благородно. Вот как это должно работать.
Открытие того факта, что Земля вращается вокруг Солнца, постепенно искоренило предрассудок, что Земля является центром Вселенной. А открытие микробов, к примеру, постепенно искоренило предрассудок, что болезни – это кара Божья. Открытие эволюции, что человек – это венец творения. То есть знания должны быть не просто ради знаний, а для того, чтобы люди научились лучше ориентироваться в мире. Что касается политических споров, то все они крутятся вокруг нераспространения ядерного оружия. И каждый раз натыкаются на одну фундаментальную проблему. В 1996 году комиссия по уничтожению ядерного оружия выявила принцип, который сильно мешает бороться против ядерки. Звучит он так. Пока у какого-либо государства есть ядерное оружие, другие государства будут стремиться его получить. И устранить этот принцип невозможно, потому что он базируется на нашем основном представлении о несправедливости. Мы понимаем справедливость как равенство возможностей. Из-за этого странам с ядеркой, очень сложно убедить другие страны, что им ядерная бомба почему-то, не нужна. Поэтому очень тупо выглядит ситуация, когда американцы, британцы, россияне, французы и остальные гневно осуждают оружие массового поражения. Не обращая внимания на тот факт, что сами-то они счастливые обладатели огромных запасов такого оружия. Они совершенно не могут понять, что их оружие массового уничтожения является ничуть не меньшей проблемой, чем какое-нибудь иранское или северокорейское. Вывод отсюда следует только один. Кто бы ни обладал ядерным арсеналом, это преступление против человечества. Надо избавиться от него прямо сейчас, но кажется, это уже невозможно. История Роберта Оппенгеймера – это не только история судьбы выдающегося ученого, это еще и драма ответственности человека науки, как перед миром, так и перед самим государством. Когда наука – это не просто способ познания, но и инструмент для самого совершенного оружия. А работа на благо своей страны ставит под угрозу всю цивилизацию. Интерес к жизни Оппенгеймера – это не просто рядовое любопытство, которое обычно привлекает биографии выдающихся людей. Это еще и история кардинальных изменений в мироустройстве. А сам Оппенгеймер тут всего лишь удобный инструмент, чтобы про эти изменения рассказать. Роберт – американец. Он родился в 1904 году в Нью-Йорке. А вообще он происходил из немецких евреев. Его отец еще в детстве переехал в Германию и создал успешный бизнес на торговле тканями. Но среда, в которой рос будущий ученый, не была стереотипной еврейской семьей. Мать Оппенгеймера была преподавателем живописи. Отец тоже увлекался искусством и покупал коллекцию картин известных художников. Например, у него дома висели оригиналы Ван Гога. Так что Оппенгеймер растили в атмосфере любви к искусству, и эту любовь он принесет через свою жизнь, в отличие от большинства других великих ученых. В то время он уже готовился к занятиям наукой. Одной из его игрушек был профессиональный микроскоп. В третьем классе он ставит опыты, в четвертом начал вести лабораторные журналы, а в пятом приступил к изучению физики. В 5 лет Роберт увлекся собиранием камней. Его дед прислал ему из Германии много интересных экземпляров. Я, кстати, про это не просто так рассказываю. Ведь на первый взгляд, что тут такого, Обычное детское увлечение. Мало ли кто чего в детстве собирает. Но Оппенгеймер занимался этим прям всерьез. Настолько, что уже в 11 лет его приняли в Нью-Йоркский минералогический клуб. А это уже было настоящее научное сообщество. В 12 лет он прочел там лекцию. Удивление членов клуба быстро сменилось восторгом. До этого они только переписывались с мальчиком и были уверены, что это прям взрослый человек. Настолько были хорошо его познания. Так что неудивительно, что после школы Роберт легко поступил в Гарвард. Один из самых престижных университетов в Америке. По идее, он планировал стать химиком. Но это не точно. Потому что еще он планировал стать поэтом и архитектором. Короче, тогда он еще сам не определился, поэтому изучал все подряд. Греческий, латынь, литературу, физику, химию и так далее. Это уже тогда было довольно, кстати, необычно, так как разделение людей на специальности начиналось чуть ли не со старшей школы. В Оппенгеймере удачным образом сочеталось трудолюбие и интерес ко всем областям человеческих знаний. Однажды просто во время поездки будущий великий физик от корки до корки прочитал огромную монографию английского историка про распад и гибель Римской империи. Но увлекался он не только науками. Ближе к старшим курсам Оппенгеймер начал всерьез изучать буддизм и индийскую философию.
философию. Причем для этого даже выучил санскрит. Кстати, заметьте, он увлекся индийской философией до того, как это стало мейнстримом. За 30 лет до хиппи. Ему казалось тогда, что в восточной мудрости можно извлечь идеи, которые помогут ответить на вопросы о взаимосвязи между наукой и смыслом жизни. Уже спустя много времени в своих публичных лекциях и статьях Оппенгеймер иногда ссылался на мистические выводы древних мыслителей Азии. В Гарварде в шутку говорили, что он занимается интеллектуальным грабежом. Он регулярно записывался на 6 курсов, по которым нужно было сдавать экзамены, хотя требовалось всего 5, и еще на 4 факультатива. И курсы эти не были легкими. Его основной специальностью была химия, но в течение года он мог пройти 4 семестра химии, 2 семестра французской литературы, 2 семестра математики, 1 философии и 3 физики. И это только те предметы, которые он сдавал. Кроме того, он читал научные работы самостоятельно, изучал иностранные языки, иногда ходил по выходным на 9-метровой яхте, которую подарил ему отец, или отправлялся с друзьями в двухдневные походы. Еще писал рассказы и стихи, когда чувствовал вдохновение. Позднее он считал, что «хотя я любил работать, я очень разбрасывался и справлялся лишь чудом». Одно из немногих, чем Оппенгеймер не увлекался, это личная жизнь. Он все еще оставался настолько незрелым, что лишь восхищался женщинами старшего возраста с почтительного расстояния. В 1925 году Оппенгеймер окончил Гарвардский университет за 3 года вместо 4 и получил диплом с высшей оценкой. После этого он отправился в Европу, чтобы получить дополнительное образование. Тогда европейские университеты ценились в мире больше американских, поэтому многие студенты из Нового Света отправлялись туда, чтобы набраться знаний под руководством самых крутых ученых своего времени. Так Оппенгеймер оказался в Кембридже, в лаборатории великого английского ученого Резерфорда. Ученики в шутку между собой называли его «крокодил», потому что Резерфорд носил в кармане огромные часы. По сказке о Питере Пенни и крокодиле, проглотившем часы. После смерти лорда Резерфорда в 1937 году в британских лабораториях стали употреблять новую единицу измерения – крокодил, равный 1 миллиону вольт. Кстати, интересно и то, как Оппенгеймер оказался в лаборатории Резерфорда. Ведь тот поначалу вовсе не горел желанием его брать. В Америке Оппенгеймер начинал работать у Перси Бриджмана, который много лет спустя станет Нобелевским лауреатом. От него Оппенгеймер многое узнал о физике. Но знания эти были беспорядочными. Он получил диплом химика и безрассудно предположил, что Резерфорд с радостью примет его в Кембридж. Однако Резерфорду он был не нужен. Рекомендательное письмо от прежнего учителя было написано хорошо, но и оно не помогло убедить Резерфорда. Там Бриджман писал, что Оппенгеймер обладает совершенно чудесной способностью к освоению нового. И часто проявлял в своих решениях высокую степень оригинальности подходов и высокие математические способности. Однако его слабая сторона связана с экспериментальной работой. Он обладает скорее аналитическим, нежели физическим складом ума. И, работая в лаборатории, не чувствует себя в своей тарелке. Бриджман честно написал, что он считает Оппенгеймера своего рода лотереей. С другой стороны, если у него будет получаться хоть что-нибудь, то он добьется огромных успехов. Так что сначала Оппенгеймер оказался в лаборатории другого физика. Мне тут приходится довольно нелегко. Работать в лаборатории ужасно скучно. И эта работа мне дается настолько плохо, что я не могу ощущать, что чему-нибудь учусь. Лекции отвратительные. Но потом все же Оппенгеймер смог стать учеником Резерфорда. Но Резерфорд для нас интересен не только тем, что учил Оппенгеймера, но и тем, что первым в 1919 году осуществил мечту алхимиков и сумел превратить одно вещество в другое. Резерфорд бомбардировал альфа-частицами атомы азота и в результате получался водород и кислород. Происходило это потому, что альфа-частицы проникали в ядра азота и выбивали из них один протон, после чего в этом атоме оставалось 8 протонов, а значит, он был уже не азотом, а кислородом. Так человек оказался у источника неизвестной ранее громадной энергии, которую заключают в себя силы внутри атомного ядра. При этом сам Резерфорд до конца своих дней скептически относился к возможности использовать в широких масштабах ядерную энергию. А через 8 лет после смерти Резерфорда его ученик Оппенгеймер взорвал первую атомную бомбу.
Но решающую роль в судьбе Оппенгеймера тогда сыграло его знакомство с Нильсом Бором. Значит, во время встречи с молодым лаборантом Бор спросил Оппенгеймера, над чем он работает. Он рассказал ему, и случился вот такой вот интересный диалог. «Как у вас дела? Мне трудно. Это трудности математические или физические? Я не знаю. Это плохо». Но было в Боре какая-то отеческая теплота, и это помогло Оппенгеймеру принять решение. С этого момента он будет пытаться стать физиком-теоретиком. Но что с собой представлял Оппенгеймер в этот период жизни? То, что он был очень умным и способным, это мы уже поняли. Статьи молодого ученого охотно печатали у себя американские и европейские журналы. Они были посвящены применению квантовой теории к распределению интенсивности между различными частотами спектров и поведении свободных электронов при их вхождении в пространство взаимодействия с атомами. Вы что-нибудь поняли? Я нет. Но это было что-то очень важное. Но это не описывает весь характер человека. Нужны какие-то дополнительные детали. И такой деталью может стать то, что Оппенгеймер страдал от депрессии. Он был очень худым, заядлым курильщиком, который легко мог забыть поесть, когда обдумывал какую-то серьезную задачу. Многие друзья описывали его как склонного к саморазрушению. Научные достижения – это всегда поиски чего-то такого, что не было известно раньше. Это бесконечные эксперименты, гипотезы и, главное, изучение информации. Причем не только отечественной, но и зарубежной. И для этого нужен язык. Подумайте сами, всего 6,7% от мирового интернета доступно на русском, когда на английском написано более половины всех сайтов. А что если мы говорим про учебники, или, к примеру, научные труды, или вообще банальное общение? Вопрос риторический. Именно поэтому изучать английский надо. И неважно, собираетесь вы проектировать коллайдер или просто хотите смотреть фильмы в оригинале. И с первым, и со вторым вам помогут Wall Street English. Это международная школа с 50-летней историей, которая постоянно совершенствует свои методики. Преподаватели и тренажеры нацелены на то, чтобы найти индивидуальный подход к каждому студенту и создать ему комфортные условия для учебы. Например, у Wall Street English есть свой сериал, помогающий интерактивно изучать язык. Заниматься можно в любое время и из любой точки мира. Все происходит онлайн, а материалы доступны в личном кабинете. Так как в языках важна не только теория, но и практика, преподавать вам будут носители. А когда вы уже наберетесь опыта, попадете в разговорный клуб. Туда собираются студенты со всего мира, поэтому хочешь не хочешь, но языковой барьер поборется. Открывайте для себя новые знакомства и знания и изучайте английский с Wall Street English. А по моей ссылке в описании вы получите бесплатный урок и скидку 40% на обучение. В Лондоне Оппенгеймер посещал психиатра, и тот после нескольких сеансов диагностировал у него раннее слабоумие. Этим термином раньше называли шизофрению. Это заболевание характеризуется возникновением в раннем возрасте нарушениями мыслительного процесса, странными действиями, склонностью пациента жить в своем внутреннем мире, неспособностью поддерживать нормальные отношения с другими людьми и чрезвычайно неблагоприятным прогнозом. Учитывая неопределенность симптоматики, ошибку психиатра достаточно легко понять. Однажды друг встретил Оппенгеймера и спросил, как прошла встреча с психиатром. Он сказал, что этот тип слишком глуп, чтобы разобраться в том, что с ним происходит, и что сам он знает о своих проблемах больше, чем этот врач. Показательный случай произошел во время его короткой поездки в Париж, где один из друзей сообщил ему, что скоро женится. Оппенгеймер от этого почему-то сильно расстроился, набросился на друга и попытался задушить его. Короче, у него определенно были проблемы с головой, но опять же, не стоит думать, что перед нами классический безумный ученый. Все-таки депрессия у него была периодами, а в остальное время Оппенгеймер вел себя как обычный здоровый человек, хоть и с причудами. Например, однажды он сказал, что физика нужна ему больше, чем друзья. Это тоже было в его характере. Еще во время учебы в Европе Оппенгеймер открыто говорил, что мечтает основать в Соединенных Штатах самую великую школу теоретической физики. Причем обязательно в Беркли, в Калифорнии. Он стремился к успеху и наградам. Юношеское честолюбие переросло у Оппенгеймера в утонченность. Он в те годы превратился в такого манерного аристократа, который открыто презирает дурной вкус. То есть
выкрутил на максимум свои детские увлечения искусством. Ну и разумеется, он заявлял, что ему чужда любовь ко всему мирскому. Шмотки, дорогие вещи – это все тлен и ерунда. Ну, конечно, ему легко было так говорить, когда он без всякого напряга получал по 10 тысяч долларов в год от трастового фонда его отца. В 1929 году Роберт Оппенгеймер снова ступил на американскую землю, и карьеру, которую он себе выбрал, обещала ровное движение от победы к победе. Американские университеты раскрыли перед молодым ученым все двери. Он мог выбрать между несколькими институтами, которые приглашали его читать студенческий курс физики. После некоторых сомнений Оппенгеймер остановил свой выбор на университете в Беркли, около Сан-Франциско. Говорят, что когда декан факультета спросил Оппенгеймера о причинах, из-за которых он выбрал именно это место работы, то Оппенгеймер ответил, что решающим фактором стала богатая коллекция стихов французских поэтов 16 и 17 веков, собранная в университетской библиотеке. Так вчерашний студент стал преподавателем. Очень популярным преподавателем. Студенты считали его гипнотически привлекательным в личном общении, но холодным в общественных местах. Его коллеги и ученики разделились на два лагеря. Одни видели в нем отчужденного гения и эстета, другие – претенциозного и неуверенного в себе позера. Ученики почти всегда попадали в первую категорию. В Беркли даже сложился своего рода фан-клуб Оппенгеймера. Студенты перенимали его походку, речь, привычку склонять голову на бок и даже склонность к чтению текстов на языке оригинала. Науку он, разумеется, тоже не забрасывал. Его работы появлялись в журналах почти каждый месяц. Их чуть я, пересказывать, конечно, не буду, но, в общем, Оппенгеймера вполне можно было назвать модным ученым. То, что имя Оппенгеймера не стоит рядом с именами великих открывателей, новых путей физики, нисколько не делает его роль менее значимой. В конце 1930-х годов Оппенгеймер внезапно заинтересовался астрофизикой и написал несколько статей на эту тему. Это, к слову, о том, что даже сейчас он продолжал интересоваться разными областями физики. И вполне успешно, между прочим. То есть ни в одной области он не был дилетантом. Но при этом работы Оппенгеймера считались трудными для понимания даже для высоколобых профессоров. Он любил использовать элегантные, но очень сложные математические методы. Один из его биографов сравнивал манеру Оппенгеймера писать статьи с игрой в баскетбол. Его будто увлекала сама игра, чем результат. Он виртуозно проводил мяч по краям и углам площадки, но избегал активного натиска на кольцо. При этом у него порой случались смешные ошибки. Его ученик писал про статьи Оппенгеймера, что его физика была хороша, но его арифметика ужасна. Разнообразные интересы Оппенгеймера иногда мешали ему сосредоточиться на чистой науке. Ему нравились сложные вещи. И поскольку большая часть научной работы казалась ему легкой, у него появился интерес к мистическому. Слава богу, до разговоров с духами экстрасенсорики не дошло. Но Оппенгеймер еще больше увлекся рандуизмом и прочитал Бхагавад-гиту в Упанишады. Фух, я это выговорил. В оригинале позже он называл эти книги наиболее важными из тех, что сформировали его жизненную философию. Позже лауреат Нобелевской премии Исидор Раби назовет Оппенгеймера самым образованным ученым в тех областях, которые обычно лежат за пределами научной традиции. Как вы уже поняли, интересы Оппенгеймера не ограничивались научными исследованиями. Однако с наступлением 30-х годов его все больше волновали не средневековые поэты, а судьба мира, над которым нависла угроза гитлериизма. В немецких университетах нацисты устроили настоящее гонение на ученых неарийского происхождения и на тех, кто пытался встать на их защиту. Принуждение и страх вытеснили атмосферу свободного интеллектуального соперничества. Большинство немецких профессоров отступили перед таким натиском.
Ничего удивительного, ведь это были люди, готовившие себя к тихой университетской жизни. Они не обладали и не должны были обладать мужеством для пламенной борьбы. Вскоре теорию относительности Эйнштейна заклеймили как антинаучную еврейскую физику. Туда же попытались отправить и квантовую механику Нильса Бора. И, наконец, глупость достигла своего финала, когда появились модели атомного ядра, официально одобряемые расовой теорией. В течение 20-х годов Оппенгеймер мало интересовался событиями в мире. Он утверждал, что не читал газет и не слушал радио, и узнал о начале Великой депрессии только спустя 6 месяцев после краха биржи. Еще он заметил, что никогда не голосовал на выборах вплоть до 1936 года. Но потом он стал все больше интересоваться политикой. В 1934 году он выделил 3% своей годовой зарплаты в фонд поддержки немецких физиков, бежавших из нацистской Германии. А еще пытался устроить физика Сербера к себе в университет, но получил отказ. Декан блокировал это назначение, посчитав, что одного еврея на кафедре достаточно. Среди ученых, попавших под каток Третьего Рейха, оказалось и несколько знакомых Оппенгеймера. Так что он уже просто не мог остаться в стороне. И когда в 1936 году над Испанией нависла угроза фашизма, то он открыто выступил в поддержку республики. В этот же период Оппенгеймер познакомился со студенткой, изучающей психиатрию, и собрался на ней жениться. А студентка эта оказалась непростая. Она познакомила его с активными членами коммунистической партии в Калифорнии. В будущем ему эти знакомства еще аукнутся. В 1937 году скончался отец Оппенгеймера, оставив сыну солидное наследство, которое позволило ему оказывать материальную помощь антифашистским организациям. Оппенгеймер сам писал брошюры и листовки, печатал их за свой счет и распространял через своих друзей-студентов. Однако вскоре этот порыв, вызванный бурным романом, прошел. Оппенгеймер познакомился с молодой женщиной, биологом, и женился на ней в 1940 году. Правда, его новая избранница, Китти Харрисон, тоже оказалась коммунисткой. Более того, ее второй муж был членом партии, убитый во время гражданской войны в Испании. После этого Китти вроде как остепенилась, вышла замуж за врача и поступила в аспирантуру Беркли. Но там познакомилась с Оппенгеймером, и у них случился роман. Китти забеременела, потребовала развод у мужа, а после его отказа развелась самостоятельно одним днем в Неваде. 1 ноября 1940 года Оппенгеймер стал ее четвертым мужем. В общем, после таких романов и обширных знакомств в партии, неудивительно, что Оппенгеймером заинтересовалась ФБР. Досье на него появилось спустя полгода после свадьбы. Там записано, что ученый присутствовал на собрании с секретарем коммунистической партии, и что он входил в исполнительный комитет Американского союза гражданских свобод, который ФБР считала коммунистической организацией. Так что правительственные агенты внесли Оппенгеймера в так называемый индекс содержания под стражей для немедленного ареста в случае чрезвычайной ситуации в стране. Но при этом там никому не удалось доказать, что сам ученый состоял в партии. Почти все историки сходятся во мнении, что в то время он придерживался сильных левых взглядов. Уже после Второй мировой Оппенгеймер отрицал, что когда-либо был членом партии. Он называл себя попутчиком, то есть тем, кто согласен со многими идеями коммунизма, но не готов слепо следовать приказам лидера партии. А потом из Советского Союза начали приходить известия о жестокости Сталина по отношению к физикам-антифашистам, пытавшимся найти там убежище. Это подействовало как холодный душ на прокоммунистическое настроение многих интеллигентов Запада. Оппенгеймер отошел от коммунистических идей, но он не мог порвать отношения с теми, кто продолжал бороться в ее рядах, хотя бы потому, что там был его брат. Вот примерно в таком состоянии он пришел к тому моменту, когда произошло ключевое открытие, определившее его судьбу – расщепление урана. Так. А сейчас будет немного физики, совсем чуть-чуть. Открытие нейтрона привело к новым путям исследования атомного ядра. До этого были известны только частицы, имеющие заряд протона. Они могут столкнуться с атомным ядром, только если им сообщить энергию, достаточную для преодоления электрической силы отталкивания. А вот нейтрон, лишенный электрического заряда, свободно преодолевает потенциальный барьер.
не испытывая никакого противодействия. Эта частица оказалась превосходным снарядом для реакции ядерного превращения. Я про это немного говорил в начале. Это когда при ударе альфа-частицы в атом азот превращался в кислород. Так вот, при бомбардировке различных элементов нейтронами тоже происходят ядерные реакции. После удара ядро распадается, выделяя одну легкую частицу и превращаясь в ядро элемента с соседним атомным номером. Так происходило со всеми элементами, кроме урана. С ним получилась совсем другая картина. Ядро после столкновения с нейтроном раскалывалось на два более легких ядра, которые были весьма далеки от урана в таблице Менделеева. Причем деление урана сопровождается выделением энергии, а также освобождением других нейтронов. Почему это важно? А потому что многие физики тут же поняли, что если деление первого ядра может создать несколько нейтронов, то эти нейтроны, в свою очередь, врежутся в другие ядра, каждая из которых тоже разделится, выделит энергию и еще больше нейтронов. Это цепная реакция. Она предвещала переворот в науке. С самого начала ее представляли как источник энергии, намного превосходящий по запасам все другие виды энергии. Каждый такой разделенный атом высвобождает около 200 миллионов электровольт, а сгорание одного атома углерода выделяет энергию в 5 миллионов раз меньше. Один из учеников Оппенгеймера вспоминает, что когда был открыт распад урана, приблизительно через неделю на доске в кабинете Оппенгеймера появился чертеж. Очень плохой. Просто ужасный чертеж бомбы. Запасов урана на Земле достаточно. Если бы человечество сумело использовать его энергию, то нам не пришлось бы бояться истощения месторождений угля и нефти. Страшная угроза энергетического голода отдалилась бы на много веков. Ученый-атомщик стал бы современным Прометеем, похитившим огонь у богов. Среди некоторых исследователей стала популярна мысль, что если вы хотите внести вклад в спасение человечества, то вам надо заниматься ядерной физикой. Ну, потому что только энергия атома может дать нам средства, которые позволят человеку не только покинуть Землю, но и выйти за пределы Солнечной системы. А через год к власти в Германии приходит Гитлер. Ведь нельзя забывать о времени, когда физики открыли возможность использовать цепную реакцию. А было это в начале 1939 года, когда каждому здравомыслящему человеку было ясно, что надвигается Вторая мировая война. И эту войну Гитлер наверняка выиграл бы, если бы физики дали ему в руки оружие массового уничтожения. Во всяком случае, теоретическая возможность для этого уже появилась. Физики оказались перед проблемой, от которой было сложно уклониться. С одной стороны, продолжая свои исследования, они шли к созданию такого оружия, которое далеко превзошло бы по своим возможностям все, что когда-либо делали люди для взаимного уничтожения. А с другой, отказ от этой работы позволили бы вырваться вперед той горстке ученых, которые остались служить нацизму. И тогда оружие попало бы в руки самого страшного режима на Земле. Но, как потом выяснилось, это была ложная дилемма. На самом деле немецкие физики очень сильно отстали и никак не смогли бы создать бомбу до окончания поражения Третьего Рейха. Уже летом 1939 года о ядерном оружии заговорили всерьез. Иронично, что в США работы по его созданию запустили два полностью антивоенных человека. Физик Лео Сциллард, который боялся цепной реакции как огня, и пацифист Альберт Эйнштейн. В конце января 1939 года, все еще не оправившись от тяжелой простуды, Лео Сциллард отправился в Нью-Йорк. Его целью было предотвратить попадание информации о цепной реакции к физикам нацистской Германии. Он уговорил Эйнштейна, чтобы тот уговорил американское правительство обратить внимание на опасность, которая будет угрожать человечеству, если нацистам удастся изготовить ядерную бомбу. Эйнштейн потребовал, чтобы власти выделили солидную материальную помощь на проведение атомных исследований, и чтобы они получили гарантии от Бельгии, что ее большие запасы урана будут надежно спрятаны от немцев. Впрочем, нельзя сказать, что эта идея тут же нашла горячую поддержку в Белом доме. Американские военные с недоверием отнеслись к предостережениям каких-то там интеллигентов, рассказывающим байки о чудо-оружии, которые основаны на уравнениях нескольких профессоров. 1 ноября президенту представили отчет о возможности применения управляемой цепной реакции в качестве непрерывно действующего источника энергии для подводных лодок. Также там говорили, что если окажется, что реакция имеет взрывчатый характер, она может стать основой для создания бомб, многократно превосходящих по разрушительной силе все известное нам сейчас.
Рузвельту рекомендовали обеспечить адекватную поддержку исследований в этом направлении. И начать стоило с предоставления научным лабораториями 50 тонн урана для опытов. Президент прочитал отчет, но ничего не сделал. Одной из причин недоверия явилось то, что многие физики-ядерщики, работавшие в США, недавно эмигрировали из Европы. Только 6 декабря, перед самым нападением японцев на Перл-Харбор, Белый дом принял решение выделить большие деньги на разработку ядерного оружия. Но вообще именно европейские физики первыми забили тревогу. Весной 1939 года живущий в Дании австрийский ученый Отто Фриш пребывал в состоянии полного уныния. «Я чувствовал, что надвигается война. Какой смысл был в продолжении исследований? Я попросту не мог взять себя в руки. Я был в очень плохом состоянии и думал, что бы я сейчас ни начал делать, это не принесет никакой пользы». Фриша тревожила его собственная безопасность, так как он справедливо опасался, что Гитлер без труда сможет захватить Данию, и спрашивал у своих знакомых из Англии, сможет ли он в случае чего туда оперативно эмигрировать, потому что он предпочел бы отправиться в концлагерь, чем работать на Третий Рейх. А ведь он реально мог стать для Германии очень ценным сотрудником. Фриш изобрел первый способ быстрого получения урана-235. Да, если что, для атомного взрыва нужен именно этот изотоп. Обычная урановая руда не участвует в цепной реакции. Так вот, после того, как Фриш изобрел способ получить полкилограмма урана-235 за несколько недель, он понял, что теоретическая возможность создать атомную бомбу может быстро стать практической. Фриш сразу осознал невероятную важность своего открытия и его опасность, если она попадет не в те руки. Фриш настолько испугался, что даже текст с результатами опытов не доверил печатать секретарше, а набрал его сам на пишущей машинке. Первую часть своей записки он назвал просто и лаконично – о создании сверхбомбы. Там утверждалось, что энергия от 5-килограммовой взрывчатки с ураном будет равна взрыву нескольких тысяч тонн динамита. Дальше по тексту описывалось возможное устройство механизма такой бомбы. И замечалось, что в качестве побочного продукта взрыва, на который по их расчетам уйдет всего 20% энергии, должно возникнуть излучение, равное излучению сотен тонн радия, смертельное для живых существ в течение долгого времени. Потом Фриш написал вторую записку, которая, по-видимому, была предназначена для неспециалистов. В ней рассматривались вопросы обладания такой бомбой и возможности ее применения. Получилась она довольно правдоподобной, несмотря на то, что в мире не было произведено еще ни одного взрыва. Всего там было 4 основных тезиса. Первый. Сверхбомба должна быть оружием, от которого практически невозможно защититься. Нельзя ожидать, чтобы какие-либо материалы или конструкции были способны противостоять силе взрыва. Второй. Из-за распространения радиоактивных веществ по ветру применение бомбы, вероятно, невозможно без гибели многочисленного гражданского населения. И это может сделать такое оружие непригодным для использования. Третий. Вероятно, что Германия уже разрабатывает это оружие. Четвертый. Если предположить, что Германия будет обладать этим оружием, следует понимать, что, вероятно, единственным способом ей противостоять будет угроза встречного применения такого же оружия. Таким образом, уже в первые месяцы Второй мировой вдумчивым наблюдателям было ясно, что ядерная бомба будет оружием массового уничтожения. Единственной защитой от которого может быть сдерживающий эффект обоюдного владения. Спустя много лет Отто Фриш рассказал об этом так. Меня часто спрашивают, почему я прямо тогда не прекратил этот проект, никому ничего не сказав. Но зачем затевать проект, который в случае успеха закончится созданием оружия невероятной разрушительной силы, подобного которому мир еще не видел? Ответ был очень прост. У нас шла война, а идея эта была достаточно очевидной. Было очень вероятно, что какие-нибудь немецкие ученые уже пришли к этой же идее и работали над нею. А в Германии работы действительно велись. Главный немецкий атомщик Вернер Гейзенберг отослал предложение о создании такого оружия в военное министерство 6 декабря 1939 года. А потом в Европе даже разразилась настоящая подпольная война за обладание тяжелой водой. Это необходимое вещество для получения оружейного плутония. Так вот, крупнейшие запасы тяжелой воды были тогда в Норвегии. Германский химический картель узнал,
что она нужна военному министерству, и обратился к норвежцам с предложением купить все наличные запасы тяжелой воды. Около 200 литров. За 120 тысяч долларов, между прочим. И хотели они заключить контракт еще на производство не менее 100 литров каждый месяц. Но норвежский завод такое количество сделать не мог. Он всего тогда делал где-то меньше 12 литров. Норвежцы отказались как продавать запасы воды, так и увеличивать производство. И вообще, такой заказ от Германии был довольно подозрительным. А так как контрольный пакет акций в этой фирме принадлежал французам, то очень скоро об интересе Германии стало известно французской разведке. Дальше там начался целый шпионский боевик. Как французы сами пытались тайком от немцев вывести всю воду к себе, уходя от радаров и истребителей. Третий Рейх смог добраться до этой технологии только после захвата Норвегии. Кстати, город, в котором находился завод, сдался немцам одним из последних. В Советском Союзе ядерные исследования ограничивались в этот период только лабораторными работами. В июне 1940 года два сотрудника советского физика Игоря Курчатова сообщили, что наблюдали редкое спонтанное деление урана. Объявление об этом они сделали в американском научном журнале. Полное отсутствие реакции на публикацию этого открытия стало одним из факторов, убедившим СССР, что в Соединенных Штатах, вероятно, разрабатывается большой секретный проект. На самом деле, проект этот еще не был большим, но уже начал становиться секретным. В Японии исследования, направленные на создание атомной бомбы, как ни странно, начались раньше всех. А все потому, что директор Института авиационных технологий, генерал Такао Ясуда, был талантливым инженером и внимательно следил за международной научной литературой по своей специальности. Читая предвоенные журналы, он заметил, что произошло открытие деления ядра, и поручил своим подчиненным подготовить по этой теме полный отчет. Весной 40-го года произошло еще одно знаменитое событие. На этот раз в Америке. И связано оно было с именем Эдварда Теллера, будущего создателя водородной бомбы. В его университете в Вашингтоне должен был прочитать речь президент Рузвельт. Будучи профессором, Теллер получил приглашение на этот конгресс, но не собирался туда идти. Его намерение изменило другое событие этого дня. 10 мая 1940 года в Европе закончилась странная война. Без какого-либо объявления германские войска в составе 77 дивизий вторглись в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, чтобы проложить дорогу для вторжения во Францию. Теллер думал, что Рузвельт будет говорить об этом событии. По словам Теллера, до войны он жил в добровольной изоляции. Он никогда не бывал в Белом доме, не слушал выступлений политиков по радио и вообще не принимал никакого участия в общественной жизни Америки. Но теперь он захотел увидеть президента Соединенных Штатов своими глазами. Теллер, единственный из присутствующих на Конгрессе, знал о письме Эйнштейна. Это создавало прямую связь с президентом. Теллер был человеком эмоциональным, и встреча с Рузвельтом стала для него глубоко личной. Мы никогда не встречались, но у меня было иррациональное ощущение, что он обращается именно ко мне. Президент упомянул германское вторжение, угрожающее дальнейшему существованию цивилизации того типа, который ценит американский народ. И что прошло время, когда США могли делать вид, что европейские войны их не касаются. Современные технологии настолько сократили расстояние в современном мире, что той мистической непричастности больше не существует. Затем он заговорил о роли ученых, которых обвиняют в создании смертоносного оружия. Он сказал: «Если ученые свободных стран не будут создавать оружие для защиты свободы, их свобода будет утрачена». Так еще в 1940 году началась необъявленная гонка ядерных вооружений. А что в этот момент делал Оппенгеймер? А он еще за пару лет до этого начал проявлять интерес к делению урана и проблемам создания бомбы. Он хорошо понимал значение научных открытий, сделанных в лабораториях Европы. И перспектива победы нацизма внушала ему ужас, как и ученым, эмигрировавшим в Америку. Его первое участие в разработке ядерного оружия началось с предложения упростить производство необходимого урана-235. Сначала его пытались накопить на масс-спектрографе в количестве около нескольких миллионов грамма в день. Согласитесь, это не лучший способ, когда вам этого урана нужно несколько килограммов. Оппенгеймер внес предложение, которое позволило сэкономить 3/4 денег, выделенных на разработку этого метода. В Калифорнийском университете был сконструирован циклотрон, который использовался для разделения
выделение изотопов. Это позволило в несколько раз увеличить скорость производства урана-235. За эту помощь Оппенгеймера пригласили принять участие в работе специальной комиссии Национальной академии наук, которая в течение 2 дней обсуждала проблемы использования атомной энергии в военных целях. Через несколько месяцев участие Оппенгеймера в работе комиссии перешло в постоянное сотрудничество. А США тем временем полноценно вступили в войну. И необходимость создания урановой бомбы с каждым днем становилась все очевиднее для воюющих сторон. И та страна, которая первая может получить такую бомбу, может быть уверена в своей победе. В августе 1942 года американской армии было официально поручено организовать совместную работу английских и американских ученых для использования атомной энергии в военных целях. Все исследовательские группы стали работать по одному плану, получившему название «Проект Манхэттен». Эта централизация вполне отвечала планам Оппенгеймера. Он считал даже, что она не должна ограничиваться чисто административными вопросами. В смысле, работая с разными учеными, Оппенгеймер убедился, что было потеряно очень много времени из-за отсутствия связи между лабораториями. В различных местах производились одинаковые опыты. Теоретикам приходилось изучать результаты, полученные далеко от места их работы. А бесчисленными техническими проблемами практического изготовления атомной бомбы занимались в США, Канаде и Великобритании. Оппенгеймер мечтал собрать всех этих людей в одном месте, в неком атомном центре, где специалисты всех отраслей физики работали бы под единым руководством. С этой идеей он отправился к военным. И генерал Гровс, назначенный руководителем Манхэттенского проекта, предложил Оппенгеймеру лично возглавить эту единую лабораторию. Ему было только 38 лет. К тому времени он уже опубликовал множество трудов по самым разным вопросам современной физики. Но за ним не числилось ни одного выдающегося открытия, в отличие, например, от Ферми и многих других физиков, которым предстояло работать под началом Оппенгеймера. Поэтому, когда генерал Гров сообщил о своем выборе на самый верх, то его там поначалу не поняли. Мне говорили, что только лауреат Нобелевской премии может занимать подобное положение. Но я делал ставку на Оппенгеймера, и его успех подтвердил, что я был прав. Никто не смог бы сделать того, что сделал он. Назначение Оппенгеймера руководителем лаборатории было странно. Не только из-за его молодого возраста и отсутствия значимых премий, но и потому, что было общеизвестно, что он придерживается левых идей. И до этого никогда не командовал другими учеными. Но Гроус впечатлился деловой хваткой Оппенгеймера и широтой его знаний. Генерал знал, что это будет жизненно важно в таком сложном проекте, который будет включать не только физику, но и химию, металлургию, артиллерию и инженерное дело. Гровс также обнаружил в Оппенгеймере то, чего не замечали многие другие – чрезмерное честолюбие. Оппенгеймер оценивал всю свою предыдущую работу довольно критически. По сути, к 40 годам он не сумел осуществить своих величайших надежд и достичь вершин в области физики. А тут ему прямо в руки идет возможность совершить что-то такое, что перевернет мир. И естественно, что после такого Оппенгеймер реально готов был впахивать для успешного завершения проекта. В общем, спустя много лет его назначение на этот пост назовут самым гениальным ходом генерала Гровса, которого обычно считали гением. И действительно, Оппенгеймер был как раз идеальным кандидатом для этой должности. Возможно, будь на его месте уважаемый гениальный теоретик, он добился бы, необычных успехов в области ядерной физики. Но цель была не в том, чтобы развить теоретическое исследование, а в том, чтобы собрать все теоретические знания и применить их для одной конкретной задачи. А это значило преодолеть тысячи технологических трудностей и провести серьезную работу по координированию, ничего больше. Короче, Оппенгеймер здесь выступил в роли выдающегося кризис-менеджера. Он был прежде всего организатором и вожаком.
Ну и как физик он обладал огромным достоинством, потому что интересовался сразу всем. Он знал результаты всех исследований, которые велись в разных отделах. Оппенгеймер не только знал все, что было известно о расщеплении урана, он предвидел дальнейшие открытия и как их можно будет между собой связать. Летом 1942 года Роберт Оппенгеймер собрал небольшую группу физиков-теоретиков, которых он в шутку называл светилами. Их задачей было пролить свет на то, какой будет реальная конструкция атомной бомбы. Здесь его сверхъестественная скорость в скатывании основных моментов любого предмета была решающим фактором. Он мог ознакомиться с деталями каждой части работы. Он не просто сидел где-то в офисе и принимал решения, а физически ходил на каждый важный эксперимент. Он присутствовал в лаборатории, в комнатах для семинаров, когда измерял новый эффект или обсуждались новые идеи. Не то чтобы он лично внес много идей, но его основное влияние исходило от чего-то другого. Именно его постоянное присутствие и создавало ту уникальную атмосферу энтузиазма и вызова, которая царила в Лос-Аламосе на протяжении всего своего времени. Все это сильно ускорило американский ядерный проект. Кстати, есть такое популярное мнение, что во время войны наука развивается стремительными темпами. Но вот сам Оппенгеймер так не считал. Он наоборот утверждал, что война слишком затормозила развитие науки. В университетах перестали преподавать физику, и формирование новых исследователей задержалось на несколько лет. Молодежь, которая могла бы пойти по этому пути, ушла на фронт, а самые блестящие профессора работали над созданием бомбы. Следующим важным этапом стал поиск места для будущей сверхлаборатории. Тут надо было решить две задачи. Собрать всех ученых в одном месте для лучшей координации. И так, чтобы за ними было проще следить. Для того, чтобы они, не дай бог, не проболтались кому-нибудь в том, чем занимаются. Оппенгеймер предложил генералу Гроссу плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Это была пустынная территория, равноудаленная и от Атлантического побережья, куда германские подводные лодки иногда высаживали шпионов, и от городов, жители которых могли бы пострадать в случае аварии во время опытов. Кроме того, Оппенгеймер хорошо знал эти места, потому что тут недалеко было его ранчо. Так и решили. Лабораторию построили на месте школы, а большую часть новых зданий вообще возвели с нуля. Генерал Гросс предполагал, что поблизости от лаборатории предстоит поселить примерно сотню ученых семьями, не считая технический персонал. Но через год в Лос-Аламосе жило 3500 человек, а позднее численность населения еще увеличилась 2-3 раза. После выбора места Оппенгеймеру предстояло сформировать научный коллектив. Это оказалось не таким легким делом. Он пролетел и проехал тысячи километров, чтобы лично переговорить с людьми, которых решил завербовать. Он пустил в ход всю силу своего обаяния, убеждая их бросить все свои кафедры и переехать со своими семьями в пустыню штата Нью-Мексико. Они должны были подписать контракт на все время войны и жить в Лос-Аламосе, отрезанными от внешнего мира. Зато им представляли возможности работать над грандиозным проектом среди самых крутых ученых своего времени. Еще интересно была устроена работа ученых с военными. Первоначально предполагалось, что Лос-Аламос станет военной лабораторией, а все ученые должны будут войти в состав армии. Оппенгеймер нисколько не возражал против этой идеи. Он даже заказал себе мундир подполковника и сдал армейский экзамен по физической подготовке, который, кстати, провалил. Врачи посчитали, что он страдает от недостаточного веса, диагностировали у него хронический кашель, туберкулез и были обеспокоены его постоянными болями в суставах. А другие ученые вообще отказались записываться в армию. Короче, идея надеть на физиков погоны провалилась, и они остались гражданскими специалистами. По воспоминаниям, атмосфера, царившая в этом коллективе, была проникнута молодежным задором и напоминала атмосферу студенческих сборищ. Лихорадочные свершения чередовались с вечеринками и загородными прогулками. Однако не стоит обманываться. Вокруг этой свободы уже стягивались путы аппарата военной безопасности. Оппенгеймер, как руководитель лаборатории, знал об этом лучше, чем кто-либо другой. До начала 1939 года ученые всех стран составляли одну большую семью. Это не значит, что все друг с другом дружили, но все-таки занимались одним общим делом. Открывали тайны природы. Был дух соревнования и взаимопомощи в общей борьбе за расширение человеческого знания. Время от времени физики съезжались на международные конгрессы. Результаты опытов или теоретические исследования регулярно публиковались в специальных журналах в открытом доступе. Каждый шаг вперед, сделанный в лабораториях Рима или Копенгагена, тот же час использовался в Париже или Кембридже. Мысль, что научное открытие может быть секретным, была просто невообразима для того времени.
Но с приближением войны даже многие ученые стали осознавать, что этот принцип изменился. Лео Сциллард, тот самый физик, который боялся открытия цепной реакции, порекомендовал ее первооткрывателю не публиковать результаты своих экспериментов, чтобы их не смогли использовать в немецких лабораториях. А в феврале 1939 года американский физик Бриджман написал в журнал Science, что отныне он вынужден закрыть доступ в свою лабораторию ученым тоталитарных государств. Вот цитата из его статьи. «Гражданин такого государства не является больше свободной личностью. Он может оказаться принужденным предпринять любую акцию, которая будет служить целям его государства. Прекращение всяких научных связей с тоталитарными странами преследует двойную цель. Во-первых, помешать этим странам использовать во вред научную информацию, а во-вторых, дать возможность ученым других стран выразить свое отвращение к их методам произвола». Так что, когда появилась лаборатория в Лос-Аламосе, то для ученых уже не было шоком, что им нужно скрывать свои исследования. Другое дело, что военная администрация чересчур загонялась и пыталась выставить стены секретности даже внутри лаборатории. Каждый отдел должен был работать, не зная, что делают другие. А значительная часть инженеров сперва даже не была в курсе, что участвуют в создании атомной бомбы. Координация проводилась исключительно сверху, по правилам военной иерархии. Эти методы можно оправдать с точки зрения безопасности, но они, конечно, не помогали научной работе, поэтому правила эти часто нарушались, что вызывало немало конфликтов между учеными и их надзирателями в погонах. Условно говоря, служба безопасности собирала самую подробную информацию обо всей деятельности сотрудников лаборатории в прошлом и настоящем, об их личной жизни и политических взглядах. Они не могли просто пойти по улице, зайти в магазин или к приятелю без того, чтобы за ними не шпионили. Их письма вскрывались, телефонные разговоры подслушивались. За самыми видными работниками, а также за тем, кого считали неблагонадежным, была организована специальная слежка. В служебных помещениях и квартирах имелись замаскированные микрофоны. Оппенгеймер почувствовал это на себе, хотя и не сразу. Во время официального приема на работу в 1942 году ему пришлось заполнять анкету с личными данными. Там он указал, что в прошлом был членом левых политических организаций, хотя знал, что одного этого упоминания могло быть достаточно, чтобы тут же его уволить. Но это было еще не все. Через год Оппенгеймер навестил бывшую невесту, которая, я напомню, была ярой коммунисткой. Никаких секретов он ей, конечно же, не раскрывал. Но разве можно в этом убедить военную разведку? После этой поездки в Вашингтон отправился рапорт. А еще через месяц генерал Гросс получил служебную записку, где сообщалось, что Роберт Оппенгеймер должен быть немедленно снят с должности директора Лос-Аламской лаборатории из-за порочащих связей. Генерал об этих порочащих связях, конечно же, знал, но не ожидал, что тот через его голову будет приказывать ему уволить самого ценного сотрудника. Он вызвал к себе Оппенгеймера и после непродолжительного разговора решил забить на требования службы безопасности и оставить ученого на посту. Но все это не значит, что Оппенгеймер чувствовал свою неприкасаемость. Кажется, даже наоборот. Он пытался продемонстрировать лояльность и верность американским идеалам. Поэтому в августе 43-го года он сам явился в службу безопасности Лос-Аламоса и рассказал агентам, что информацию о Манхэттенском проекте хочет получить Советский Союз. А знает он это потому, что некий англичанин по фамилии Элтонтон попросил одного человека из Лос-Аламоса посодействовать в получении секретов ядерной бомбы. Звучит так, будто Оппенгеймер реально вскрыл какую-то шпионскую сеть. Но на самом деле он всего лишь зачем-то перекрутил свой реальный разговор с приятелем Хааконом Шевалье, который даже не был физиком, а преподавал лингвистику в одном университете с Оппенгеймером. Во время дружеских посиделок Шевалье сообщил ученому, что недавно разговаривал с человеком по имени Джордж Элтонтон. Этот Элтонтон выражал недовольство тем, что между учеными США и Советского Союза не происходило обмена научной информацией, хотя эти страны были союзниками. И просил Шевалье уговорить Оппенгеймера передать некоторые научные данные частным путем. Оппенгеймер отреагировал категорическим отказом. Вот только трудно объяснить, зачем он решил доложить об этом разговоре службы безопасности. Тем более, что не собирался им раскрывать имя Шевалье, потому что тот, по его словам, действовал из добрых побуждений. Странно, что он не понимал, что агенты ухватятся за это и будут давить до последнего. В личном деле Оппенгеймера появилась такая докладная записка. Можно полагать, что Оппенгеймер глубоко заинтересован в приобретении мировой известности как успешный ученый. Но также представляется возможность, что военное ведомство может позволить ему сделать это.
Но оно же может и ликвидировать его имя, его карьеру, его репутацию, если захочет это сделать. А такая перспектива заставит его уже по-другому взглянуть на свое отношение к военному ведомству. Тут легко можно заметить, с каким цинизмом относилась служба безопасности к одному из крупнейших ученых США. В конце концов, ему просто стали угрожать и потребовали выдать приятеля. Оппенгеймер сдался и предал Шевалье. Тот лишился своего места в университете и был вынужден эмигрировать. Правду о своих причинах увольнения он узнает только через 10 лет. Тем временем в Лос-Аламосе продолжалась ожесточенная работа. Сначала думали, что для изготовления бомбы понадобится только год. Но вскоре стало ясно, что в этот срок уложиться нельзя. Но так как война продолжалась, то продолжались и эксперименты. Кстати, еще произошел один интересный курьез, который сильно напугал физиков. Эдвард Теллер внезапно сообщил коллегам, что он тут набросал на коленке несколько расчетов и обнаружил, что существует множество других термоядерных реакций. И в атомной бомбе можно преднамеренно запустить некоторые из них. Теллер представил возможный сценарий, в котором созданные ими бомбы могли бы воспламенить атмосферу или океаны Земли и буквально сжечь весь мир. Оппенгеймер отнесся к этим прогнозам всерьез и потребовал все тщательно перепроверить. И успокоился только тогда, когда в расчетах Теллера нашли ошибку. А в ноябре 1944 года американцы захватили документы, касающиеся работы немцев над расщеплением урана. На основании этих материалов стало ясно, что немцы были еще очень далеки от создания атомной бомбы. У них не было ни завода для выделения урана-235, ни реактора для производства плутония. Страх, что гитлеровцы завладеют ядерным оружием, сразу же рассеялся. А когда союзные войска вторглись в Германию, никто уже и не сомневался в том, что конец войны близок. Так, среди ученых распространилось мнение, что потребность в бомбе отпала, и можно заняться чем-нибудь другим. Однако сторонников немедленного прекращения работ по созданию атомного оружия оказалось не так много. Во всяком случае, таких было меньшинство среди сотрудников лаборатории в Лос-Аламосе. И их можно понять. Трудно отказаться от того, над чем упорно работал несколько лет без сна и отдыха. Особенно, когда цель была уже близка. Ну и вообще-то война была еще не закончена. Япония не капитулировала. Военные всерьез доказывали, что обладание атомной бомбой позволит США спасти огромное количество жизней американцев. Ну и в тот момент мало кто из ученых думал, что их оружие реально сбросит на города. Кажется, они все считали, что достаточно лишь продемонстрировать перед миром мощь нового оружия, и все. Страны-победительницы навсегда устранят угрозу войны. И можно будет спокойно использовать деление урана в мирных целях. Но если в начале войны великие физики почти в один голос топили за необходимость создания бомбы, то теперь начали также активно топить против. В августе 1944 года Нильс Бор представил президенту Рузвельту записку, в которой предостерег от страшной перспективы соперничества между государствами за обладание столь грозным оружием. Он утверждал, что страна, которая в данный момент является единственной обладательницей этого оружия, должна немедленно выступить за заключение международного соглашения, чтобы избежать гонки ядерного вооружения среди будущих победителей, и что значительную роль в этих переговорах должны сыграть ученые. Через несколько месяцев личный советник президента, который 5 лет назад помог Силларду и Эйнштейну сообщить Рузвельту о возможности создания атомной бомбы, обратил его внимание на проект, в котором предлагалось после первого же успешного испытания атомного оружия сделать следующее. Первое. Продемонстрировать бомбу перед учеными из союзных и нейтральных стран, пользующимися международным признанием, а также перед представителями всех широко распространенных религий, включая мусульман и буддистов. Второе. Подготовить доклад о характере и значении атомного оружия. Третье. Опубликовать обращение США и их союзников к своим главным противникам – Германии и Японии, предупреждающее, что для атомной бомбардировки будет избрана некая зона, из которой надо заблаговременно эвакуировать людей и животных. И, наконец, четвертое. После непосредственной демонстрации атомной бомбы опубликовать ультиматум, требующий капитуляции противника. То есть, как видите, по этой задумке не предполагалось фигачить ядерным оружием прямо по людям. А весной 45 года, по иронии судьбы, те самые 2 человека, которые больше всех хотели вовлечь США в производство атомной бомбы, Силлард и Эйнштейн, снова обратились к Рузвельту. Но теперь они стремились остановить ход событий. Силлард писал:
Весь 43-й год нас преследовал страх, что немцам удастся сделать атомную бомбу раньше, чем мы высадимся в Европе. Но когда в 45-м году нас избавили от этого страха, мы с ужасом стали думать, какие же еще опасные планы строит американское правительство. Эйнштейн настаивал на необходимости остановить гонку ядерного оружия. Он настаивал, что применение атомной бомбы при создающейся в мире ситуации принесет Америке больше вреда, чем пользы. Впрочем, Рузвельт умер, так и не ознакомившись с этими двумя документами. А пришедший на его место Гарри Трумэн действовал совершенно иначе. Рузвельт умер, не оставив никакого распоряжения относительно применения первых атомных бомб. 31 мая 1945 года, вскоре после капитуляции Германии, собралась комиссия, получившая название «Временный комитет». У него была только одна задача – консультировать президента Трумэна. В нее входили 5 политиков и 3 ученых, одним из которых был Роберт Оппенгеймер. Результаты работы этой комиссии полностью противоречили всем советам, которые до этого поступали Рузвельту. Перед учеными ставился вопрос не о том, нужно ли применять атомную бомбу, а только о том, как ее применить. И комиссия ответила, что бомбу нужно сбросить над Японией, причем поскорее, и что она должна иметь целью военный объект, находившийся вблизи жилых домов, которые легко поддаются разрушению. Бомбу решили сбросить, не предупреждая противника о характере данного оружия. Короче, страсти накалялись, и это было еще в тот момент, когда первая бомба даже не прошла испытаний. Первыми открыто против ядерного оружия выступили в Чикагском университете, где ученые в течение всей войны стремились сделать целью исследования не военное, а гражданское использование атомной энергии. Университет создал комиссию из 7 ученых. Председателем был избран лауреат Нобелевской премии Джеймс Франк. Все они принимали участие в Манхэттенском проекте. В своем докладе военному министерству они говорили следующее. Когда-то, в далекие времена, на ученых нельзя было возлагать ответственность за то, каким образом использует человечество их открытие. Но в наше время мы обязаны занимать более активную позицию, так как успехи, которые мы достигли при исследовании атомной энергии, могут стать причиной разрушений намного больших, чем от всех прошлых изобретений. Каждый из нас постоянно мысленно представляет себе картину внезапного разрушения, грозящего нашей стране катастрофы, подобные Пёрл-Харбору, но в 1000 раз более ужасный, который может разразиться над любым из наших больших городов. Грубо говоря, авторы доклада предостерегали американское правительство от иллюзии, будто США долго смогут сохранить монополию на атомное оружие. Они напоминали, какое важное значение имеют работы, ведущиеся французскими, немецкими и советскими физиками. Они писали, что даже при полном сохранении в тайне методов производства, разработанные в Манхэттенском проекте, Советскому Союзу понадобится всего несколько лет, чтобы ликвидировать свое отставание. К тому же при использовании атомного вооружения США окажутся более уязвимыми из-за того, что у них много крупных городов и промышленных центров, по которым легко бить. В интересах США либо добиться международного соглашения, запрещающего применение ядерной бомбы, либо хотя бы не предпринимать ничего такого, что может побудить другие государства производить атомные бомбы. Ученые, подписавшие этот документ, пользовались таким авторитетом, что военное министерство не могло просто положить их петицию в дальний ящик. Оно передало его ученым, входившим в состав Временного комитета. Вот как Оппенгеймер вспомнил это заседание. Нас пригласили для того, чтобы мы ответили на вопрос, следует ли применить атомную бомбу. Я полагаю, что этот вопрос нам был задан в связи с тем, что группа знаменитых и авторитетных ученых представила петицию, требующую отказаться от применения атомной бомбы. Разумеется, это было бы желательно со всех точек зрения. Но мы почти ничего не знали о военной обстановке в Японии. Мы не знали, можно ли принудить ее к капитуляции другими способами. И действительно ли неизбежно наше вторжение в Японию. Более того, в нашем подсознании укоренилась мысль, что вторжение в Японию неминуемо, ибо нам это внушали. Кроме того, мы добавили, что, по нашему мнению, эффект от взрыва одного такого снаряда над пустыней не сможет произвести достаточно сильного впечатления. А это значит, что Оппенгеймер, вольно или невольно, но поддержал идею сбросить бомбу на город. Но до этого надо было хотя бы просто проверить, а взорвется ли бомба вообще.
генерал Гроувс назначил испытание первой бомбы на середину июля 45-го. 12 и 13 числа шла активная подготовка. Части снаряда в секретном порядке доставили в район Аламогордо и подняли на металлическую башню посреди пустыни. Для Оппенгеймера, как и для генерала Гроувса, это были самые волнующие дни. Взорвется ли бомба? По расчетам, она должна была взорваться, но в расчетах могла оказаться ошибка. В 2 часа ночи 16 июля все участники эксперимента находились на своих постах в 15 километрах от так называемого пункта 0. Громкоговорители передавали танцевальную музыку. Взрыв был намечен на 4 часа, но из-за плохой погоды его перенесли на 5:30 утра. За 15 минут до точки X все надели темные очки и легли ничком на землю, отвернув лицо в сторону от бомбы. В 5:30 ослепительный белый свет ярче лучей полуденного солнца залил тучи и окружающие горы. Взрыв экспериментальной бомбы обнаружил, что расчеты физиков оказались неверными. Мощь снаряда далеко превзошла все ожидания. Наименее удаленные от пункта 0 измерительные приборы были попросту уничтожены. Стало ясно, что атомное оружие явится орудием всеобщего истребления. Свидетель взрыва описывал это так: «Мы знали, что мир не будет прежним». Несколько человек смеялись, несколько человек плакали. Большинство молчали. А Оппенгеймер всеми руками вцепился в одну из строек контрольного поста. Ему в голову пришла строчка из древнего индийского трактата. «Я становлюсь смертью, сокрушительницей миров». Так говорил божественный Кришна, повелевающий судьбами смертных. Но Роберт Оппенгеймер был только человеком, на чью долю выпала непомерно великая власть. Но со стороны его реакция выглядела несколько иначе. Когда брата Оппенгеймера спросили, каким были его первые слова после взрыва, то оказалось, что он сказал простую и лаконичную фразу: «Думаю, это сработало». Более развернутый комментарий оставил бригадный генерал Томас Фаррелл. Доктор Оппенгеймер, на плечи которого легло очень тяжелое бремя, напрягся еще больше на последних секундах. Он едва дышал. Он держался за столб, чтобы не упасть. В течение последних нескольких минут он смотрел прямо перед собой, а затем, когда диктор крикнул «Сейчас!» и последовала эта огромная вспышка света, его лицо расслабилось, и на нем появилось выражение огромного облегчения. На первом собрании в Лос-Аламосе после взрыва Оппенгеймер вышел на сцену и сложил руки вместе, как боксер-победитель, которого приветствовала толпа. Он выразил сожаление, что оружие было создано слишком поздно и его не получится использовать против Германии. Было это 6 августа. Через несколько часов бомбардировщик сбросит заряд над Хиросимой. Тем не менее, несмотря на то, что Оппенгеймер высказывался за бомбардировку Японии, он, как и многие другие его сотрудники, был расстроен после уничтожения Нагасаки. Он чувствовал, что вторая бомба не имела никакой необходимости с военной точки зрения. А 17 августа он отправился в Вашингтон, чтобы вручить письмо военному министру, где выразил свое отвращение и желание, чтобы ядерное оружие было запрещено. В октябре Оппенгеймер получил личную аудиенцию с президентом Трумэном. Встреча, правда, прошла плохо. А после того, как Оппенгеймер заметил, что чувствует кровь на своих руках, Трумэн вскипел и выгнал его. А потом отдельно сказал своему секретарю, что больше никогда не хочет видеть этого сукиного сына в своем кабинете. Правда, через несколько месяцев президент сквозь зубы все-таки наградил Оппенгеймера медалью за заслуги. А он при всей своей нелюбви к этому ученому не мог этого не сделать. Потому что после Хиросимы и Нагасаки про Манхэттенский проект узнали все. Оппенгеймер превратился в звезду национального масштаба. Его фотографии печатали на обложках журналов Time и Life, а дискуссия о возможности применения и опасности ядерного оружия стала достоянием общественности. Большинство ученых, работавших в Манхэттенском проекте, восприняло взрывы атомных бомб и конец мировой войны как свое освобождение. Их терзали противоречивые чувства. Они были напуганы невероятными разрушениями, но они были горды достигнутым успехом. Мир познал весь ужас атомной опасности. Быть может, сознание этой опасности устранит навсегда угрозу новой войны. Однако ученые еще больше встревожились, когда увидели, что охрана армии секретов ядерных исследований не только не ослабла, а напротив стала усиливаться и даже больше. Начали пытаться приуменьшить степень разрушения японских городов и опасность радиоактивности. Тот же генерал Гроувс вообще дошел до того, что перед комиссией Конгресса утверждал, что от радиации вполне приятная смерть.
Чтобы этому противодействовать, многие физики из разных институтов решили объединиться, чтобы информировать общество об опасности атомного оружия и требовать установить за ним международный контроль. Но Оппенгеймер мыслил иначе. Он не выступал публично против бомб, а пытался удержать свою лабораторию от разрушения. Как я уже говорил, многие физики засобирались домой из пустыни, где прожили последние несколько лет, думая, что работа закончена. А Оппенгеймер убеждал их, что это еще не все. Такая хорошая была компания, давайте еще немножечко поработаем. Но уже в октябре забивает на попытки удержать разбегающихся сотрудников. Понимает, что лаборатория больше не будет прежней, и увольняется сам. Лос-Аламос уже сыграл в судьбе Оппенгеймера свою роль. Теперь он мог уступить лабораторию другим. Он возвращается в университет, становится советником политиков и генералов и принимает участие в разработке проекта международного контроля над атомной энергией, который США должны были предложить ООН. С преподаванием у него, кстати, не задалось. Уже через 2 года он ушел из своего родного Беркли и принял предложение занять пост директора Института перспективных исследований в Принстоне. Этот центр пользовался славой одного из ведущих научных учреждений мира и существовал на щедрые субсидии из частных источников. Сотрудникам института были ученые самых разнообразных дисциплин – экономисты и философы, математики и физики. Кабинет Оппенгеймера был расположен в прекрасном здании, окруженном величественными деревьями. На тот момент это была самая высокооплачиваемая работа в его жизни – $20,000 в год, плюс бесплатное проживание в поместье 17 века с поваром и садовником. Там Оппенгеймер спокойно почивал на лаврах, покупал дорогую европейскую мебель, собирал произведения искусства. Его коллекция, кстати, включала в себя работы Пикассо, Рембрандта, Ренуара и десятков других передовых художников. От науки он практически отошел. В смысле, Оппенгеймер не принимал участия в новых исследованиях, зато участвовал в разработке так называемого плана Баруха. Там предполагалось создание международного органа по развитию атомной энергии, который владел бы всеми материалами, пригодными для цепной реакции, и средствами их производства, а также атомными электростанциями, где они могли бы использовать для мирного производства энергии. Но так как план Баруха рассматривался как попытки сохранить ядерную монополию Соединенных Штатов, Советский Союз его отверг. После этого Оппенгеймеру стало ясно, что гонка вооружений неизбежна. В августе 1949 года снимки, сделанные в верхних слоях атмосферы с американского бомбардировщика, показали, что в СССР взорвана атомная бомба. Для Оппенгеймера это не стало сюрпризом, но вот американские власти были поражены. Журнал, который в то время вел кампанию против гонки вооружений, на обложке каждого номера помещал часы, показывающие полночь без 8 минут. Это были так называемые часы судного дня. После сообщения о взрыве советской бомбы стрелка была передвинута на полночь без 3 минут. СССР провел испытания намного раньше, чем предполагали в Америке. Это породило слухи, что Советам каким-то образом удалось украсть секреты из Лос-Аламосской лаборатории. Об этом мы еще поговорим. Ну а пока стоит заметить, что этот взрыв произошел прямо во время дебатов о том, нужно ли продолжать разработку гораздо более мощной водородной бомбы. Оппенгеймер знал о возможности создания такого оружия со времен Манхэттенского проекта, но отдал предпочтение разработке более простой ядерной бомбы. Ведь тогда была важна скорость, а не мощность взрыва. После войны, в ответ на вопрос, настало ли время приступить к созданию водородной бомбы, первая реакция Оппенгеймера была сдержанной, если не враждебной. Как и почти все физики, Оппенгеймер был потрясен разрушительной мощью атомного оружия. Зона поражения могла намного превышать размеры любого военного объекта и даже охватывать целые государства. Оппенгеймер не был так безразличен к судьбам стран Западной Европы, как генералы из Пентагона. Он хорошо знал и неоднократно подчеркивал, что в случае атомной войны многие страны могут быть полностью уничтожены. Все члены Временного комитета пришли к единодушному мнению, что создание термоядерного оружия нанесет моральный ущерб положению Соединенных Штатов. Напомню, что это были те же люди, которые были не против бомбить Хиросиму. А теперь они решительно призвали президента Трумана вдруг публично отказаться от создания водородной бомбы и обратиться к СССР с предложением принять на себя такое же обязательство. «Мы полагаем, что следует избежать создания термоядерного оружия. Мы против того, чтобы Соединенные Штаты выступали инициатором в этом вопросе. Мы единодушны в том, что сейчас крайне несвоевременно поддерживать желание создать любой ценой это оружие.
Битва продолжалась 3 месяца. За это время на сторону противников нового оружия встали многие видные политические и военные деятели. И все же 31 января 1950 года президент Трумэн отдал приказ начать работы по созданию водородной бомбы. Такое решение поразило почти всех ученых. Вопреки закону, правительственные органы конфисковали и уничтожили несколько тысяч экземпляров журнала Scientific American, в котором известный физик Бета обращался к ученым с призывом выступить против создания супербомбы. Оппенгеймер, как и все, был обескуражен таким поступком президента. Он даже подумал покинуть Временный комитет, но в итоге все-таки остался. А через полгода началась война в Корее. В создавшейся обстановке Теллер — это физик, который больше всех продвигал идею о необходимости новой супербомбы. Сумел привлечь на свою сторону большинство ученых. В начале работы возникли серьезные теоретические трудности, которые поставили под угрозу весь проект. Но их удалось решить на общем собрании физиков в Принстоне. А руководил этим собранием внезапно Оппенгеймер. Оказалось, что все решить можно довольно просто, а первый опытный взрыв получится произвести уже через год. К Оппенгеймеру вернулся энтузиазм эпохи Лос-Аламоса. Когда позднее его попросили объяснить, почему в октябре 49 года он выступал против создания водородной бомбы, а потом вдруг выступал «за», он мотивировал свою позицию в основном тем, что в то время осуществление проекта казалось ему технически трудным и маловероятным. То есть не морально-этическими терзаниями. Всякому, кто присмотрится к поведению Оппенгеймера в этот период, становится очевидным и противоречивость его позиции. Он принимал участие в создании супербомбы и одновременно продолжал думать над тем, как ограничить ее применение. Говорили даже, что в ноябре 1951 года он представил генералу Эйзенхауэру план применения атомного оружия в случае войны в Европе. Такие колебания более или менее типичны для большинства ученых-атомщиков, и особенно Оппенгеймера, слишком глубоко проникавшегося идеей относительности каждой истины. Разрабатывая план международного контроля над производством ядерного оружия, он исходил из идеи, что американская гегемония бесспорно хороша и гарантирует всему человечеству мир и демократию. Кстати, о демократии и военных секретах. Пока мы далеко не ушли от Манхэттенского проекта, давайте поговорим, а действительно ли оттуда все секреты украли советские шпионы? Эта история тесно связана с именем Этель и Юлиуса Розенбергов. Это была реальная семейная пара, которые при этом реально были советскими шпионами. И так совпало, что брат Этель, Дэвид Гринглас, работал в Лос-Аламосе. В феврале 1944 года Розенбергам удалось привлечь к работе второй источник информации об американском атомном проекте – инженера Рассела Макната, который работал над проектами установок в Национальной лаборатории Окридж. За этот успех Розенберг получил от руководства бонус в $100. Работа Макната обеспечила советской разведке доступ к секретам процессов производства оружейного урана. И еще одним важным ученым для СССР стал Клаус Фукс. Он был не просто инженером, а прям реальным физиком, который имел доступ ко всем ведущим ученым Манхэттенского проекта. Он работал в отделе теоретической физики Лос-Аламской лаборатории. Он был автором нескольких методов для вычисления энергии цепной реакции, а его доклад о взрывных волнах до сих пор считается классическим. Фукс был одним из свидетелей первого взрыва атомной бомбы в июле 45-го. В общем, это был далеко не рядовой специалист. Начальник его лаборатории говорил, что Фукс – один из лучших физиков-теоретиков, которые у них есть. И при этом он сознательно работал на СССР. Вот как его описывал советский связной Гарри Голд. Фукс, очевидно, полностью осознает, что делает. Он физик-математик. Скорее всего, очень блестящий человек, чтобы занять такую должность в его возрасте. А выглядит он примерно на 30. Он является членом британской миссии в США. Работа включает в себя в основном разделение изотопов. Фукс говорит, что британцев много утаивается. Даже Нильсу Бору рассказали не все. Закон США об атомной энергии 1946 года запрещал передачу информации о ядерных исследованиях в любую иностранную страну, включая Великобританию. Но Фукс игнорировал это правило. Но делился он не только с Британией, но и с Советами. В течение следующих 2 лет он передал в СССР теоретические наброски для создания водородной бомбы и ключевые данные о делении урана-235. Можно сказать, что Фукс был самым ценным кадром советской разведки. Но в итоге с него как раз и посыпалось все.
вся сеть. Его арестовали в Англии, и вскоре он признался, на кого работает. Потом арестовали его связного, и через него вышли на Дэвида Гринглесса. А он уже выдал свою сестру и ее мужа, главных организаторов этой группы. В итоге Розенбергов казнили на электрическом стуле, а остальных посадили в тюрьму на много лет. Опенгеймер публично выступил против казни, но это не помогло. Правда, надо сказать, что он высказался не потому, что считал Розенбергов невиновными, а потому, что считал наказание слишком жестоким. Кстати, в этом плане он был в меньшинстве. Многие тогда считали, что обвинения против супругов попросту абсурдны. И только после краха Советского Союза были опубликованы документы, доказывающие связь Розенбергов со шпионажем. СССР и США были союзниками во время Второй мировой войны, но американцы не делились информацией и не обращались за помощью в вопросах ядерной физики. Поэтому-то Америка и была шокирована скоростью, с какой Советы смогли провести свое первое ядерное испытание. Типа, тут без кражи и секретов точно не обошлось. Но действительно ли это так? Взять того же Клауса Фукса. Его называли единственным физиком, который действительно изменил историю. Вот только до сих пор ведутся споры. Была ли полезная та информация, которую он передавал? Большинство ученых согласны с оценкой, что к тому времени, когда Фукс покинул программу создания водородной в середине 46-го года, слишком мало было известно о ее механизме, чтобы его информация могла бы хоть что-то изменить для Советского Союза. Такого же мнения придерживались и советские физики. В общем, вывод тут один. Фукс ну никак не мог передавать СССР секрет водородной бомбы, потому что сам его не знал. Вообще, в следующие года было много попыток оценить значимость вклада украденных американских данных для советского атомного проекта. Какой-то единой точки зрения тут нет, но в любом случае все сходится во мнении, что СССР спроектировал бы бомбу и без разведки. Просто может быть чуть позже. Самая радикальная позиция, которую я встретил, была в книге Нэнси Гриспен. Она утверждает, что более ранняя разработка советской бомбы, вероятно, повлияла бы на войну в Корее. Она считает, что если бы СССР не поторопился, то американцы точно использовали бы свою бомбу там. Верить этому или нет – вопрос дискуссионный. Но это если говорить про водородную бомбу. Но ведь не она же была первой, правда же? Возможно, с атомной все было бы по-другому, и там реально все украли. Но тут такое дело. Даже если бы украли, это все равно вряд ли бы помогло бы советским физикам. Потому что глава советского атомного проекта Лаврентий Берия использовал разведку только в качестве дополнительной проверки. Он не передавал ее ученым, потому что не доверял ей по умолчанию. А вдруг эти данные окажутся дезинформацией? И вместо того, чтобы ускорить работу, наоборот, ее замедлят. Поэтому Берия сначала ждал, чего там физики сами напридумывают, а потом поручал другой группе проверить их работу по информации из США. Ну, по той, которая была ему доступна. Так что, учитывая такой подход, крайне трудно оценить, оказалась ли эта информация хоть немножечко полезной. Ну и не сказать, что там вообще было много документов. Заметки, которые вела Этель Розенберг, по-видимому, содержали мало того, что реально использовалось при изготовлении атомной бомбы. Советский агент Александр Феклисов, который был связным Розенбергов, тоже говорил, что никаких полезных материалов от них он не получил. И что американцы напрасно посадили Розенбергов на электрический стул. Такие дела. Тем временем Опенгеймер вместе с еще несколькими физиками покинул Временный комитет, когда в августе 52 года истек срок его полномочий. Президент Трумэн отказался назначить их повторно, поскольку хотел, чтобы в его окружении были новые голоса, которые больше поддерживали водородную бомбу. Постепенно Опенгеймер вообще стал пользоваться значительно меньшим авторитетом у представителей власти. Даже после прихода к власти следующего президента Эйзенхауэра. Официальные учреждения, где Опенгеймер долгое время был консультантом, перестали к нему обращаться. Но это не значит, что его выгнали сразу отовсюду. Из-за своей популярности он успел стать членом огромного количества комитетов. Ну, например, группы консультантов Госдепа по разоружению. Эта группа сначала призвала Соединенные Штаты отложить первое испытание водородной бомбы и добиваться запрета термоядерных испытаний Советским Союзом. Однако у них не было политических союзников в Вашингтоне, так что ничего из этой затеи не получилось. Затем в январе 1953 года комиссия опубликовала отчет, в котором под влиянием убеждений Опенгеймера был представлен пессимистический взгляд на будущее, в котором ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз не смогут добиться эффективного ядерного превосходства, но обе стороны могут нанести друг другу ужасающий ущерб.
Одна из рекомендаций, которую Оппенгеймер считал особенно важной, заключалась в том, чтобы правительство США практиковало меньше секретности и больше открытости по отношению к американскому народу в деле освещения опасности ядерной войны. Впоследствии Оппенгеймер написал большую статью о бесполезности накапливания все больших ядерных арсеналов. Но очень скоро в Америке станет опасно высказывать такое мнение. По мере развития холодной войны атмосфера доносов и подозрений стала давить на ученых сильнее, чем когда-либо. Даже сильнее, чем во время Второй мировой. США вступала в темные годы маккартизма. Это несколько лет в середине 50-х, когда сенатор Маккарти разогнал до невиданных масштабов антикоммунистическую панику. Когда чуть ли не в каждом интеллигенте пытались рассмотреть советского шпиона. Такая получилась охота на ведьм 20 века. 21 декабря 1953 года, вскоре после возвращения Оппенгеймера из Англии, где он прочитал серию блестящих лекций, его вызвали в комиссию по атомной энергетике. Вроде ничего необычного, посидели, пообщались о том о сём, а потом внезапно выкатили целый список обвинений. Откуда его взяли? А просто составили на основе всей предыдущей жизни Оппенгеймера. Всего там было 5 пунктов. Первый. Доктор Оппенгеймер в начале войны поддерживал постоянные взаимоотношения с коммунистами. Он был любовником коммунистки и женился на бывшей коммунистке. Он щедро давал коммунистам деньги вплоть до 42 года. Второй. Оппенгеймер принимал на работу в Лос-Аламосе коммунистов или бывших коммунистов. Третий. Он давал противоречивые показания ФБР о своем участии в коммунистических митингах в первые дни войны. Четвертый. Доктор Оппенгеймер отклонил предложение человека, называвшего себя коммунистом, о передаче научной информации Советскому Союзу и заявил этому человеку, что подобный акт был бы изменой, но не сразу сообщил службе безопасности об этом разговоре. И, наконец, пятый. В 1949 году, будучи председателем консультативного комитета комиссии по атомной энергии, он решительно выступил против создания водородной бомбы. Он продолжал вести агитацию против этого проекта даже после того, как президент Трумэн дал комиссии приказ приступить к работе. В общем, ничего такого, что было бы неизвестно, но времена уже были другие. Так что теперь все это позволило изобразить Оппенгеймера как замаскированного агента Советского Союза. В деле, например, были найдены даже показания против Оппенгеймера некой Сильвии Гроуч, бывшей коммунистки, которая при маккартизме получила хлебную должность профессионального доносчика. Конечно, ФБР следило за Оппенгеймером еще до войны. Они подозревали, что он и сам был членом коммунистической партии. Об этом можно было сделать косвенный вывод на основе прослушки и информаторов бюро внутри партии. Во время войны слежка еще больше усилилась, но долгое время до этого никому не было дела. И только сейчас, во время охоты на ведьм, враги Оппенгеймера смогли применить это против него. А враги у него, конечно же, были. Например, среди этих врагов был комиссар американской комиссии по ядерной энергетике. Потому что Оппенгеймер выступал и против водородной бомбы, и публично опустил этого комиссара на одном из заседаний. Бить по Оппенгеймеру начали сразу с нескольких сторон. Уильям Борден, исполнительный директор еще одной организации по атомной энергетике, написал директору ФБР Гуверу письмо, где буквально прямым текстом обвинил Оппенгеймера в коммунизме и работе на Советский Союз. Обрадованный Гувер тут же побежал с этим письмом к президенту Эйзенхауэру с криками «А я же говорил!». У Гувера просто был какой-то пунктик на тему красной угрозы. И он эту тему пытался продвигать как мог на протяжении чуть ли не всей своей карьеры. И понятно, что сенатор Маккарти со своей борьбой подарил ему для этого отличную возможность. Эйзенхауэр, кстати, не сказал, что поверил Гуверу, но согласился продолжать расследование. А вскоре приказал воздвигнуть глухую стену между Оппенгеймером и любыми государственными или военными секретами. В общем, после того, как Оппенгеймер прочитал все пункты обвинения, ему предложили на выбор два варианта. Либо добровольно уйти из комиссии по атомной энергетике, либо они передают это дело следователям. Оппенгеймер отказался увольняться и предпочел официальное слушание в суде. Разбирательство прошло весной 54 года. Оно было за закрытыми дверями, но стенограмму заседаний опубликовали уже летом. И дело внезапно для его устранителей вызвало огромный резонанс среди образованной публики. И хотя ранее Оппенгеймер разочаровал многих своих друзей из-за нерешительности и не слишком активного выступления против гонки вооружений, сейчас он внезапно стал живым символом откровенно безумной политики охоты на ведьм. Оппенгеймер никогда не был радикалом и политическим активистом, и чаще многих других соглашался сотрудничать с властью. Но теперь даже обычная сдержанность Оппенгеймера и его вечное стремление занять уклончивую позицию стали наглядным примером того, какую печальную судьбу может постигнуть общество в условиях маккартизма.
Никто даже на мгновение не допускал абсурдной мысли, что Оппенгеймер был советским агентом. Единственным близким приятелем физика, который дал против него показания, был генерал Гровс. Но сделал он это не добровольно, а из-за угроз ФБР сделать его соучастником преступления. Ему напомнили, как он проигнорировал предписание службы безопасности уволить Оппенгеймера с поста директора Лос-Аламоса. А коллеги-физики, несмотря на то, что раньше многие из них относились к нему настороженно, сейчас почти единодушно выступили на его стороне, как минимум из-за чувства солидарности. На суде выступило 40 ученых, и из них позицию обвинения поддержал только один человек – Эдвард Теллер, главный создатель водородной бомбы. Он показал, что считал Оппенгеймера лояльным правительству США, но… В большом количестве случаев я видел, как доктор Оппенгеймер действовал таким образом, который мне было чрезвычайно трудно понять. Я полностью не соглашался с ним во многих вопросах. И его действия, откровенно говоря, казались мне запутанными и сложными. В этой связи я чувствую, что хотел бы видеть жизненно важные интересы этой страны в руках, которые я лучше понимаю и, следовательно, больше доверяю. В этом очень ограниченном смысле я хотел бы выразить, что лично я чувствовал бы себя в большей безопасности, если бы общественные дела находились в других руках. Эта позиция Теллера возмутила все научное сообщество, которое резко осудило и фактически выкинуло из академической науки отца водородной бомбы. Но Оппенгеймера поддержали не только ученые. Сути обвинений не понимали и многие простые американцы. Они уважали Оппенгеймера как человека, который дал Америке оружие, решившее исход Второй мировой войны. За время суда там всплыла всего лишь одна история, которая бросила тень на репутацию Оппенгеймера. Это как он сдал службу безопасности своего знакомого шевалье по малозначительному поводу. Но даже этот некрасивый случай можно было трактовать в пользу Оппенгеймера, ведь он настолько не хотел помогать Советскому Союзу, что даже нашел шпионов там, где их нет. Сегодня, благодаря работам биографа Рэя Монка и анализу открытых документов КГБ, можно установить, что в молодости Оппенгеймер действительно был сторонником коммунистической партии и даже давал им деньги. Но во время Манхэттенского проекта точно никаким советским шпионом он не был. Хоть разведка и пыталась неоднократно его завербовать, и мало того, что Оппенгеймер не шпионил за Соединенными Штатами. Он даже отстранил от работы нескольких человек, симпатизирующих Советскому Союзу. В итоге суд собрал в себе бинго из всех новых нерешенных проблем, с которыми пришлось столкнуться ученым в начале атомного века. Был поднят вопрос о новой роли ученых в обществе, о невозможности их существования в мире жесткого контроля, об утрате ими этических представлений, на почве которых раньше развивались все науки. Но чем все это закончилось? От обвинения в работе на СССР отказались. Слишком глупо это выглядело. Судьи это прекрасно понимали. Но за окном была эпоха истеричной охоты за ведьмами. И Вашингтонская администрация сама дрожала перед яростным натиском сенатора Маккарти. А раз в прошлом Оппенгеймер посещал коммунистов, этого достаточно. А еще не проявлял достаточного энтузиазма по поводу уничтожения человечества водородной бомбой. Ну, значит, точно предатель. Двумя голосами против одного было решено, что кандидатура Оппенгеймера нежелательна на любых должностях, связанных с доступом к военным секретам. И его контракт советника комиссии по атомной энергии должен быть расторгнут. По меркам маккартизма это он еще легко отделался. Зато в общественном сознании он превратился в самую яркую жертву бессмысленного политического террора. Его стали считать мучеником, печальным либералом, который пострадал от рук разжигателей войны. А немецкий физик Вернер фон Браун, это, кстати, тот, который разрабатывал первые баллистические ракеты, иронично заметил, что Америка записала Оппенгеймера в предатели, а в Англии его посвятили бы в рыцари. Федерация американских ученых сразу же обратилась с протестом против официального остракизма, которому подвергают выдающегося гражданина и ученого, долгое время являющегося важным советником на заседаниях правительства. Федерация подчеркивала, что предъявление Оппенгеймеру обвинения может привести к нежелательным последствиям. Если теперь правительственный консультант может рассматриваться как подозрительная личность только на основании мнения, которое расходится с официальным курсом государства, то ученые должны будут пересмотреть возможность своего сотрудничества с таким государством. В
В следующие годы международный престиж Оппенгеймера неуклонно возрастал и, если так можно выразиться, очищался. Человек, заслуживавший титул отца атомной бомбы, стал символом ученого, который старается понять свою ответственность перед современным миром и принять ее во всей полноте. В своих статьях и лекциях Оппенгеймер постоянно возвращался к проблеме взаимоотношений между наукой и обществом. Но это были чисто философские статьи. Вообще, после Второй мировой войны Оппенгеймер опубликовал только 5 научных работ, а начиная с 50-х – ни одной. Его знакомый лауреат Нобелевской премии Мюррей Гелле-Манн высказался на этот счет вот так. У Оппенгеймера не было железной задницы. Он терпеть не мог долго просиживать на стуле за работой. Насколько я знаю, он никогда не писал длинных статей и не делал длинных вычислений. Его собственная работа состояла из небольших, но довольно блестящих ошибок. На более у него не хватало терпения. Но он вдохновлял других людей на поступки. И это влияние было фантастическим. Оставалось оно таким и после завершения карьеры ученого. Как представляются сейчас взаимоотношения между современной наукой и обществом? Вот проблемы, к которым постоянно возвращается мысль Оппенгеймера. У него можно встретить одну очень интересную идею, которая серьезно противоречит традиционным представлениям о популяризации науки. Оппенгеймер считал, что все возрастающая сложность научных работ и открытий расширяет пропасть между учеными и остальными людьми. Да что уж там, даже между одними учеными и другими, которые работают в слегка другой области. Наука сама по себе навсегда перестала быть понятной. Особенно те области, где основным языком стала математика. Ньютон или Галилей могли понятно и без искажений донести свои открытия почти до любого образованного современника. Сегодня же никто, кроме физиков, не может до конца понять ни Эйнштейна, ни Шрёдингера, не говоря уже об ученых 21 века. Достижения науки стали уделом небольших, высокоспециализированных групп ученых, которые не могут сделать их достоянием простых смертных. Этот разрыв между школьными знаниями и научными открытиями создает такие сложные условия для популяризации научных знаний, каких не было ни в Афинах, ни в Европе эпохи Возрождения. Конечно, армия популяризаторов пытается рассказать понятным для всех языком о достижении современной науки. Но Оппенгеймер считает, что все эти попытки обречены на провал. И причина этого кроется в самой сути вопроса. Оппенгеймер даже категорически утверждает, что ему никогда не приходилось слышать предназначенного для широкой публики популярного изложения квантовой теории или теории относительности, которое было бы верно и помогало повышению уровня общей культуры слушателей. И на самом деле это очень серьезная проблема, которая влияет на авторитет науки в глазах обычных людей. Вторая важная тема рассуждений Оппенгеймера – это ответственность ученых за свои открытия. Могут ли они сознательно отказаться от опасных направлений исследований? Можно вспомнить историю молодой англичанки Эллен Смит, которая работала ассистенткой у Макса Борна. Узнав о существовании атомной бомбы, она бросила физику и стала юристом. Может быть, если хорошенько поискать, можно отыскать еще несколько подобных случаев. Но все это – личное бегство. Пусть к спасению не мира, а только самого себя. Те, кто вовремя вступил на этот путь, получили успокоение. Теперь они могут не задавать себе неприятных вопросов и не мучиться от угрызений совести. Но сама проблема от этого не исчезла. Нельзя уничтожить физику, если просто отказаться заниматься ею. В 1954 году один из создателей водородной бомбы, Ганс Бете, рассказал о своих мучениях так. «Я должен сказать, что меня никогда не покидала глубокая озабоченность. Меня преследует ощущение, что я действовал в ошибочном направлении, но, увы, что было, то было». Эйнштейн тоже никогда не мог простить себе того, что привлек внимание Рузвельта к возможности создания атомного оружия. Он говорил, «Если бы я знал, что немцам не удастся создать атомную бомбу, я бы и пальцем не пошевелил». Оппенгеймер таких сожалений не высказывал. Но в 1956 году, усталый и морально истощенный, он произносит следующие слова. «Мы сделали работу за дьявола». Но еще раньше он признавал существование глубокой растерянности и моральной тоски, которые поразили значительное число физиков, принимавших участие в создании атомной бомбы. Так какой же из этого вывод? Были ли в состоянии ученые-атомщики в какой-то определенный момент остановить этот процесс, который привел к появлению оружия массового истребления? Если углубиться в историю, как бы
Просматривая фильм от конца к началу, можно легко обнаружить те роковые места, когда принятие иного решения коренным образом изменило бы ход последующих событий. Немецкий физик Гейзенберг, работавший над урановой программой Третьего Рейха, с убежденностью заявлял, что если бы вся небольшая группа ученых в 1939 году совместно решила, что атомная энергия не должна использоваться для военных целей, так бы и было. Даже после первого испытания бомбы ученые и прежде всего Оппенгеймер еще, возможно, были в состоянии предотвратить катастрофу Хиросимы. Но Оппенгеймер поступил иначе. Правда, он колебался при решении вопроса о создании водородной бомбы, но в конце концов не только присоединился к работе над ней, но даже отрицал существование других причин для колебаний, кроме соображений чисто технического характера. Позиция Оппенгеймера в этом вопросе весьма последовательна, и нет оснований сомневаться в его искренности, когда он уже после войны вновь и вновь возвращается к мыслям о противоречии между наукой и властью, о необходимости спасти ценности западной цивилизации и предупреждает, что в противном случае наступит длительное замедление прогресса. А это значит, что изо всех сил, стараясь изобрести оружие массового поражения, Оппенгеймер боялся прежде всего того, что первым это оружие изобретут нацисты. Такой же мотивации придерживался и Эйнштейн. Он так страстно просил Рузвельта воспрепятствовать Гитлеру в захвате монополии на атомную бомбу, потому что перспектива победы нацистов казалась ему просто ужасной. То есть, когда сегодня мы беремся рассуждать об ответственности ученых за создание самого разрушительного оружия на Земле, стоит помнить, в каких условиях оно создавалось. Понятно, что атомная бомба сама по себе – это зло, но атомная бомба в руках нацистов – это абсолютное зло. Оппенгеймер понимал это и взял на себя ответственность и за создание бомбы, и за ее применение. Это был его выбор. Точно такую же ответственность взяли на себя его оппоненты, которые выступали против взрывов. И те, и другие в этот момент действовали не как ученые, а как граждане, которых их профессия поставила в положение людей, располагающих ценной информацией в жизненно важном для страны деле. И решение они пытались принять не научное, а политическое. Оппенгеймер в этом месте напоминает, что ученый – это точно такой же человек, как и все. Во всем, что не касается его профессиональной области. Те знания, которыми он обладает, не дают никаких особых прав в общественных делах. Тем более он не должен нести ответственности за полезное или вредное использование обществом результатов его работ. Как ученый, он отвечает только за их научную ценность. Но если ему хочется бороться за или против, то делать он это может не как ученый, а как рядовой гражданин. В феврале 1955 года президент Вашингтонского университета внезапно отменил приглашение Оппенгеймера прочесть серию лекций, потому что накануне в Вашингтоне приняли закон, запрещающий коммунистическую партию. А Оппенгеймер снова просто попал под раздачу за то, что 15 лет назад дружил с коммунистами. Решение университета вызвало бурю негодования среди студентов. 1200 из них подписали петицию с протестом, а во дворе кампуса даже сожгли чучело директора. После этого декан физического факультета подал апелляцию в Сенат университета, и решение директора было отменено. Но выступление Оппенгеймера в итоге так и не состоялось. Это просто еще один яркий пример разного отношения к Оппенгеймеру людей из власти и гражданского общества. Оппенгеймер умер в 1967 году. Всю жизнь он был заядлым курильщиком, и за два года до смерти у него обнаружили рак горла. Он прошел через операцию, лучевую терапию и химиотерапию, но все это особо не помогло. В итоге он впал в кому и умер в своем доме в Принстоне. Ему было 62 года. Несмотря на свои научные заслуги, Нобелевской премии он так и не получил. Впрочем, другой нобелевский лауреат, Луис Альварес, предположил, что если бы Оппенгеймер прожил достаточно долго, то вполне вероятно дожил бы до премии. Причем получил бы ее не за создание атомной бомбы, а за свою давнюю работу по гравитационному коллапсу нейтронных звезд и черных дыр. Если говорить про вклад именно в теоретическую физику, то сегодня большинством ученых признается, что это была его самая главная работа. Как неудивительно. Кстати, достоверно известно, что Оппенгеймер трижды был в списке номинантов. Сегодня он также остается одним из самых популярных ученых 20 века. О его судьбе написано множество книг и снято несколько фильмов разной степени достоверности. Говорят даже, что новая картина Кристофера Нолана будет посвящена Оппенгеймеру. Ну что ж, ждем. А при жизни ученого-драматург Зайнер Кипхарт написал пьесу «Дело Роберта Оппенгеймера». Автор консультировался с Оппенгеймером, но тот итоговым результатом все равно остался недоволен. Несмотря на определенный успех постановки, разумеется.
Театральные критики называли пьесу злой и партизанской, которая изображает ученого как трагического наивного гения. Самому Оппенгеймеру было трудно смириться с этим изображением. Он даже пригрозил подать в суд на драматурга, раскритиковав импровизации, которые противоречат истории и искажают характеры людей. Позже Оппенгеймер сказал в интервью следующее. Атомного оружия не требовалось, чтобы сделать войну ужасной. Атомного оружия не требовалось, чтобы заставить человека захотеть мира, причем мира устойчивого. Но атомная бомба стала последней каплей. Она сделала перспективу будущей войны невыносимой. Она помогла нам сделать последние несколько шагов к горному перевалу, за которым лежит новый мир. Ядерное противостояние иногда ставит вину науке. Такое обвинение путает посланника с посланием. Ученые не изобрели деление ядра, они его открыли. Оно существовало всегда и только ждало последней капли. Гонка вооружений не дело рук науки, каким бы странным это ни казалось на фоне истории создания ядерной бомбы. Самым эффективным оружием науки является принцип открытости. Наука борется с исключительностью национального государства, той исключительностью, которая доказала свою способность превратить живой мир в мертвый мир трупов. В отличие от военных и спецслужб, пытающихся огородить любые тайны забором с колючей проволокой, наука готова делиться с миром своими открытиями. Или, говоря словами Оппенгеймера, давать человечеству максимальные возможности управления миром и существования в нем в соответствии со взглядами и ценностями каждого человека. Эта глубокая вера в то, что открытость способна преобразовать цивилизацию, должна вдохновлять даже на краю пропасти. В борьбе с национальным государством наука демонстрирует, что открытый мир может работать без узаконенного насилия. Сегодня наука продолжает ставить национальное государство перед фактами и вероятными вариантами развития событий, которые она открывает в ходе своей повседневной работы. Одним из таких вероятных вариантов является ядерная зима. К ним же относится вероятность возникновения после ядерной войны широкомасштабных эпидемий и массовый голод из-за нарушения каналов транспортировки продовольствия. К сожалению, продолжающаяся гонка вооружений показывает, что они еще не поняли, что традиционная система, основанная на исключительности каждой страны и их международной конфронтации, стала теперь самоубийственной. Но изменения возможны, потому что выбор предельно прост. Изменения – это единственная альтернатива тотальной смерти. Уже установились, причем необратимо, условия, в которых человеческий мир может быть либо уничтожен, либо преобразован в некое более добрососедское сообщество. Теперь необходимо начать демонтаж машины смерти. А та энергия, которую люди тратят на совершенствование смерти, необходимо обратить на совершенствование жизни. Разумеется, атомная бомба существенно изменила мир. Оппенгеймер уже нашел лаконичное метафорическое выражение этого изменения в одной из своих речей в 1946 году. А я добавлю от себя новый мир или его отсутствие. Основной трек, который называется «Оппенгеймер», в данном ролике предоставил композитор Дэниел Цюрлиза. Кстати, если вам интересно, можете перейти на его канал и послушать. У него есть треки от фильма «Начало», к игре Red Dead Redemption 2, Локи, Шан-Чи и многое другое. Талантливый композитор, и напишите обязательно, если перейдете, что вы от Гео. Я думаю, ему будет приятно. Огромная благодарность подписчикам Рокфеллера и Эскобар. Лунный весельчак, Касабланка, Джонатан Бродский, Виталий Самсонов, Мейснер, Владислав Яковлев, Кирилл Гунбин, Билли Хэрингтон, Остапу наступили на шанс, Настоящий Сильмариллион и Гео Пармезан. Также большая благодарность подписчикам Элвис. Всего хорошего.